Всем привет, котята, меня зовут Лана, и да, кажется, все уже не так, как раньше. Меня сподвигло на это видео то, когда мы зашли к Ульяне, и вот такое случилось с нашими головами. Да, вот что примерно... это за второй подбородок, я не понимаю. Даже не знаю, у кого это выглядит хуже, если честно, а у Ёши ноздри на лбу появились. Это как вообще? Это не ноздри, это кусочек бровей. Так. Ага, или это ага. Глаза просто от обычного Нет. лица? Это брови такие? Я такие брови себе сделал, а что? А, ладно. Вопросики? Он просто случайно... Да, ну как случайно, думал, абсолютно знаешь, специально. Бывает. Ага, хорошо. Я считаю, что выглядим мы потрясающе, именно поэтому пришли в игру со скинами, да, чтобы это как-то исправить. Итак, моей первой задачей будет сделать шею вот здесь, потому что она должна быть, потому что здесь была прекрасная шея, и ее нет. Это был меч, я думаю, те, кто смотрит наши видео, помнят, что где-то мы умирали, и из головы вываливался такой вот меч, что у меня, что у Ульяны. И я так была довольна, что я нашла эту штуку, но нет, больше этого не существует. Даже в моих любимых избранных, вот где они тут, головы, этого больше нет. Вот есть косточки, подождите, их что, тоже забрали? Серьезно? Ребят, это какой-то кошмар. Мы будем без шеи? О, нет. Мы будем, видимо, без шеи, потому что какие-то штуки тут присутствуют. Вот, например, есть вот такая довольно ужасно выглядит. Ух ты, вы синхронные какие! Вот такая есть шея, но, по-моему, стало только хуже. Я похожа на пришельца какого-то, вы как считаете? Ну, вау. Вопросики имеются. Ну, как-то все-таки необычно выглядит, да. Для такой головы такая шея как будто бы не то. Мне кажется, что Roblox что-то совсем новое придумал, и, если честно, мне страшно. Давайте попробуем посмотреть, что тут среди голов имеется. Но тех нет, и я не знаю, как сделать шею в таких условиях. Вот есть какая-то спичка, но это тоже будет не то. А, слушай, вот, а у меня нет. Тоже нет этой косточки. Или чем это было? Вот оно что! Да, у тебя была косточка, поэтому у тебя глаза вылезли наружу. Блин. Короче, понятно, ребят, придется это все менять. О, и все менять придется не только в скинах, а еще и, я не знаю, в способе просмотра этого видео. Потому что если вы смотрите это видео, то вы уже знаете, что нужно делать. Если вы, конечно, из России, если с какой-то другой страны, то все, у вас ничего не поменялось. В общем, да, про YouTube тоже сегодня поговорим. Мы обнаружили, что все ну совсем прям плохо. Ну прям совсем. Ну прям вот. Да. Не, ну, кстати, на момент записи этого видео стало немножечко чуть-чуть получше. Да. Вот, я сейчас, да-да-да, я сейчас с компа зашел, да? И даже без VPN открылся себе сайт, и даже вроде бы просмотр какой-то, ну, типа, работает. Серьезно? А я открывала, у меня ничего не работает. Ну хорошо, хоть работает творческая студия, где я могу там... О, ребят, я, кажется, шея? Это шея? Это немножко не та шея? Ну видишь, Ульяна, немножко есть. А ты можешь вот вернуть сейчас твой скин, как он у тебя вот сейчас, чтобы вот просто на стрелочке вот эти нажать? Мы сравним шеи. Будем шеи сравнивать. Ну, у меня ее, мягко говоря, нет, будто бы нет. Но у меня чуть-чуть, смотри, совсем немножечко присутствует. Да, она побольше, у тебя покрасивее выглядит. Чуточку. Если что, это тоже удалится, скорее всего, потому что выглядит это максимально жутко. Стоит 75 робоксов. А еще хочу сказать, что Roblox не вернул нам деньги за голову. Ну, робоксы. Обычно, когда что-то удаляется, вы заходите в сообщение, и там вам говорят: ой, а вот ваши робоксы вот были потрачены, мы этот предмет удалили, но вот робоксы можете свои забрать, а сейчас нет. Ага. Ясно. Вот, я проверяю такие вещи постоянно, захожу в сообщение, и вот сейчас этого нет. Поэтому, да, ребят. Наглость надо, какая. Надо подумать. Еще и деньги не вернули, все понятно. Все несправедливо. Ну, да. что поделать? Будем как-то с этим справляться. А еще я хотела посмотреть, что тут вообще есть нового. И, кстати, Ёша, а ну-ка, сними, наверное, вот эту вот. Ну, во-первых, проснись. Ага, спасибо большое. А во-вторых, дай-ка я посмотрю, что тебе надо исправить. Подожди, а у меня нет этих ноздрей, когда я.
твой скин взяла, слышь? Ты ноздри как получил? Может, ты случайно что-то надел там, и ноздри появились. О! Ну вот я сейчас надел то, что у тебя надето, и все. А ну-ка, стрелочку назад нажми сверху. Чего, блин? Серьезно? Чего, блин? Что-то сломал. Ну ладно. Но тебе тоже нужна помощь, потому что твой скин без шеи выглядит максимально ужасно. Посмотрите, что это вообще. Это просто какая-то жесть. И я не знаю, Roblox что-то имеет против шеи в принципе. Ну вот какой смысл в этом? Давайте попробуем все. Вот есть какое-то дерево. Нет, дерево лучше не делает, но добавляет зеленые куски в голове. Это не то, что нам надо. Есть вот длинная шея. Немножечко мха. Но это слишком длинная шея, вам не кажется? Или будем... Нормально, пойдет. Нормально? Может, будем с такими ходить? Знаете, игрушка на палец, это вот... В общем, для младенцев. Я предлагаю устроить флешмоб. Всем купить вот такие шеи и ходить с ними, пока Roblox не разрешит добавлять головы, которые будут создавать шею. А как мы будем в обе играть? Это же не прыгать нормально, не попрыгать. Ну да, нормально, он все хорошо. Как раз очень удобно. Шея будет указывать направление. Я чувствую себя молотком. А ну-ка, сейчас, подождите. О, боже мой. Тогда гвоздёбушь скорее. Ты кисика вообще-то стукнул? Да нет, я просто проверяю. Так, я пока шею поищу, пока ты там пытаешься что-то... Хотя, в принципе, можно и с такой, да, наверное, ходить, вы как считаете? Так, может быть, шея будет в каком-то из бандлов. А вот какая-то голова куклы. А ну-ка. Ну, нет, тут проблема. Тут определенно проблема. Как тебе такой лоб? Что-то будто бы изменилось. Будто бы что-то изменилось. Просто. Что-то не так. Да, немножко не так. Ладно, верните назад. Ну, вот даже это лучше, пожалуй. Так, что еще может быть тут? Вот знаете, мне кажется, так же себя чувствуют сейчас ребята, которые пытаются как-то запустить YouTube. Они такие, так, что можно сделать? А ну-ка, стой. Что там подожди. У тебя за глаза? Суть-то как раз в движении, ты чё? Да я тебя не видно, блин. Ну, молоток, вот. Тюк, понятно? Ну, понятно, стало только, необычно. Когда ты... Тюк. Не надо так делать. Я тебе, кстати, тут это лысение сделала, видишь? Слышь, посмотри. Не надо, пожалуйста. Посмотрите, что произошло. Нет. Нет, господи, нет. Ну, шею-то надо как-то сделать. Может, вот это будет лучше. Такая меня устраивает, все. Как тебе вот это? Нормально? Смотри, да маленькое лицо. Ну, шея есть. Кошмар. Шея есть. До свидания. Шея-то есть. Кстати, я не понимаю, почему поубирали все головы, которые не похожи на головы. Может быть, опять люди перестали покупать этот headless и такие, нет, нам не нужно больше вот этих вещей, которые могут... Хотя вот пружинку смотри. Пружинку не убрали, но с ней тоже проблема какая-то. Небольшие, да? Небольшие, да? Ну, в принципе, ну, сойдет. Так, что еще можно было бы сделать? Вот нам с Ульяной, в принципе, я нашла ту шею, но она не то чтобы прям сильно поможет. А вот это вот что такое? Нет, опять нет. Может, это капсула? Почему? Опять. Почему все так странно работает? При этом есть вот такая вот голова. А я сейчас покажу. Чтобы вы понимали, вот такая голова. То есть вы можете сделать... Необычно. Да. Немножечко волосатый. А, то есть получается... Ну вот можно перекрасить голову в другой цвет. Да, и получается headless. Это мы не удаляем. А вот косточки, которые делают нам нормальный блин шеи, мы удалим. Правильно? Спасибо, Roblox. Да. Спасибо. Да. Ну я не знаю, вот такое можно что-то. О, смотри. Вау. И лысина есть. Это необычно. И... Чудесно. Выглядит очень жутко. Ой, это... Что это там такое? Ну, вообще там нет, там все в порядке. Ой, сейчас покажу. Это всего лишь голова очень странная, но голова. То есть никаких там пришельцев, ничего такого. Так, сейчас вот это еще снять. Я не знаю, для какого скина это было придумано. Ужас какой. Но вот, да. А знаете, ребят, я думаю теперь, что Йоше нужен новый скин, потому что, ну, с этим ходить вообще невозможно. Йоша, ты как считаешь? Не знаю. Полностью. Я считаю, что мне шею бы хотя бы. Да я не могу тебе найти шею. Вы помогите мне, тоже поищите шею. Вот такое вот есть. Вот будет шея? Нет, не будет, конечно же. Еще немножечко так это... Брови. Ой, брови. Ну, в смысле... Бровная дуга. Да, да. Странной стала. Тут много чего осталось. Да и брови пропали. Так вот попробуем сделать. О, как тебе?
Прикольно. Ну, а вообще, так да. Может быть. На ушки даже есть. Да. В общем, я все еще не вижу, чем это можно исправить. И, наверное, стоит посмотреть. Возможно, среди уже целых бандлов. Тоже нет шеи, да? Нет, но это какое-то издевательство. Так, допустим, вот есть какая-то U2K. Может, блин. Я же считаю, что так будешь ходить. Смотри, классно. Понял. В целом годно. Че, нет? Разве? По-моему, отлично выглядит. Хотели поднять голову, по итогу немножечко опустили ее. Ну, так бывает. Вот это вот тоже неплохо. О. Кстати, я вам уже, по-моему, жаловалась про то, что было классное тело. Это шея. А, нет, это просто обычное. Я думала, что тут шея произошла, от этого вернулось все. Да. А вот тут будет шея? Смотрите, а ты шея. Рождественскую елку. А ну-ка нет. А ты можешь попробовать? Вот переодень и попробуй. А вот она. У тебя? Да. О! Слушай, действительно, а Ёше подойдет? Не знаю. Я сейчас посмотрю. Да. Да? Ой. О, боже мой, ну нет, она не дает шею. Ну, будто бы еще нужно было немножечко наверх. Но мне будто бы подходит. Ну да, кстати, неплохо. У меня шея просто появилась. Это уже приятно. Ну да. Слушай, даже можно потратить еще 75 робоксов, пока ее не удалят, конечно. Но в целом, почему нет? Слушай, а Ёша, по-моему, не особо помогает, да? Ну, немножечко будто бы приподнялась голова. Но можно, конечно, еще, наверное. Так, ну в целом, да, вообще-то... Вообще-то чуть получше, но не так, как было. Ну, давайте поищем еще. Тут есть вот вентилятор. Например. О, я знаю, вот это будет хорошо. Вот это сейчас будет здорово, Ёша, смотри. Ага, почти. Ну, техническим. Блин, мне так нравится эта голова с твоей прической. Ну, прикольно, да. Смотри, ему очень идет. Моргает еще что-то. Так что, ребят, кстати, расскажите, как у вас там дела... Вы смотрите это видео очень долго, в два раза дольше, чем оно должно идти. Или как... Я, кстати, читала в комментариях, что кто-то смотрит по несколько видео сразу с разных устройств, пока они все подгружаются. Вот это Цезарь. Вот это да. Вообще жесть. Так сказать, современные проблемы требуют современных решений. Да, да. Но многие современные решения уже не работают. Например, по-моему, в Дискорде уже не смотрится, да? Да, мы об этом говорили. Да. А в Майнкрафте кто смотрел последний раз, когда оно работало? Да, кстати, есть такая тема. Ой, в общем, Ёж, походу, ты без шеи остаешься. Не знаю, что сказать. О, нет. И при этом ничего нового, классного... тоже не придумано, не сделано. И это не только к Роблоксу, кстати, относится. Вот так как тебе. Господи, какой кошмар. Вот так вот я смотрю на все, что происходит вокруг. Примерно вот так вот. Очень реалистично. Так, ну что, придется нам всем тогда с елкой ходить, вы как считаете? Ну, пока что, почему бы и нет. Выбора нет. Выбора нет. Так, у вас елка тут надет? Ой. Так. Не, я тут пока голову всякие надеваю, пробую. Слушайте, ну мне подходит, мне нравится. И вот смотрите, прям разница, да, существенная. Слушайте, елку я покупаю. Ёша может, конечно, еще и... Что? Секундочку. Фух, что? Я испугалась, я просто сейчас крутила, и было написано, что это елка off sale. Но вроде нет, она же продается. Нет, все просто... Ну, я это видела, я не знаю, может, видно это на записи или нет, возможно... Возможно, видно. Ура! Я купила голову новую. Интересно, заберет Roblox эти робоксы у меня тоже, когда удалит этот предмет? Скоро узнаем. Если мы зайдем куда-то и опять будет какая-то проблема, то да. Но, в принципе, да, так получше. Мне почему-то не нравится отсутствие шеи. Хотя, знаете, может быть, стоило целиком поменять бандл. Потому что тут вроде есть какие-то неплохие. Что там? Ну, как сказать? Моё настреакшн, как говорится. Ой. Ой. А чё вообще? А как? А почему у меня на коленях кроссовки? Вы видите это? А, да. То есть, допустим, с этим можно работать. Допустим, я могу сделать себя пониже... постройнее,
вот так вот, и тип тела тоже поменять, чтобы оно было больше похоже, голову сделать чуть поменьше, а снять, где там голова вот эту голову снять. Оно, конечно же, все сбросилось почему-то, непонятно почему, хотя только что все... А в чем проблема? Простите. Так, нормально. А, так, снова делаем себя ниже. Уже вот так вот тоже вот так вот. Голову тоже чуток поменьше. И... Ну что, можно так жить, в принципе? Ну, вроде да. Ну, вроде бы неплохо, вроде да. Вроде неплохо. А, шея присутствует. Ну, больше благодаря ёлке, конечно. А, мне нравится, что здесь не сделали вот эту черную полоску. Талия есть, mm-hmm. немного кривоватые ноги, но, конечно, проблема в коленях. Придется искать шорты без обуви, потому что, ну, кстати, с этими 3D тоже проблемки. Если я их сниму, что ну, это да. будет? Ну да, будто их поменяли местами, если честно. О! Ну, так неплохо. Неплохо, если бы на коленях не было дополнительных кроссовок. Знаете, вторая пара бесплатно, но носить вы ее будете вместе с первой. Что-то типа того. Да, возможно, я смогу найти ноги с какого-нибудь другого скина. Так, вот какая-то есть, да, я даже... О, подождите, а ну-ка, может, такие ножки попробовать? Одна выглядит хорошо. Тут не должно быть проблем. Вторая... Ну, вместе. Они какие-то ну, очень да, широкие, вот. Здоровые. Ну, они, да, они смотри, здоровые какие прям. Здоровенные. Слушай, а что посмотри если... Посмотри сбоку еще. Ну да, ничего себе. Что если забрать обычные ноги, которые были раньше? Так вот, с Ульяниного, например, скина. А теперь эти выглядят странно, очень узкими относительно. Ну, как-то, да, маловаты. Почему никто не может сделать нормально, чтобы все работало? Так, вот еще такие ножки есть, так. А эти ножки не поддерживают одежду. И выглядят оторванными немножко. Что сказать? Что сказать? И не знаю, что сказать даже. Нечего тут сказать. Так, а ну-ка, смотрите, вроде подходит? Вроде подходит. Колени в порядке. Ага. Ну, как-то но очень широко. Сбоку смотри очень опять. Очень странно, да. Смотрится, да. Я... Как будто, я выгляжу, знаешь, как свинка ноги какая-то. Козочки. Или... Вот, да, вот. Да. Я почему-то вот что-то мультяшное такое прям видится. Особенно с этой походкой еще, как бы тут копытца прям. Да, в общем, как-то так. Ну, что я могу сказать? В общем, ребят, ничего нового мы пока что не сделали, не придумывали. Голову нашли, и это хорошо. А вы можете следить за всякими обновлениями относительно Ютуба, каких-то еще вещей у нас в Телеграм-канале. Там ссылочка в описании. Подписывайтесь. Может быть, будет что-то интересное, о чем вы захотите узнать, потому что сейчас такое время, что надо как-то следить за тем, что происходит. Очень ненавязчиво ты. Надо следить за тем, что происходит, ребята. Поэтому подписывайтесь. Телега в описании. Да. А мы на сегодня будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока. Пока. Пока.